Объявлены с 1 марта всекубанский двухмесячник по благоустройству и наведению санитарного порядка набирает обороты. Высаживаются новые деревья, кустарники и цветы на клумбах. Не за горами православный праздник Пасха, после которого, по традиции, наступает родительский день. В этом году православный праздник выпадает на 25 апреля. К этому дню работники общественно-социального центра Славянска на Кубани совместно с сотрудниками районной и городской администрации приводят в порядок территории двух городских кладбищ. Мы пилим деревья, пилим, подпиливаем деревья, зачищаем бордюрку, красим деревья, подметаем площади, собираем мусор, собираем налетный мусор, делаем обрезку кустарников. Работы очень много. На данный момент побелено 86 деревьев, зачищено и подготовлено к побелке более 100 бордюров, вывезено 12 кубов мусора. Работники общественно-социального центра Славянска на Кубани призывают жителей города в преддверии весенних православных праздников привести в порядок места захоронения своих родных и близких.